Более 50 рейсов авиакомпании Ryanair отменены в аэропортах Испании из-за забастовки сотрудников. Вылет еще более 300 авиарейсов задержан. Работники недовольны условиями труда. Они не исключают, что забастовка может продлиться до 2 июля. Между тем, работники аэропорта Шарль-де-Голль в Париже также продолжают забастовку. Ожидается, что в течение дня будет отменено около 10% рейсов. Главное управление гражданской авиации попросило авиакомпании воздержаться от эксплуатации каждого 6-го самолета в первой половине дня, так как нехватка персонала вынудила администрацию закрыть часть взлетно-посадочных полос. Пассажиров призывают проверять информацию о статусе их рейса на сайте авиакомпании, а также приезжать заранее в аэропорт. Между тем, в авиакомпании Air France сообщили, что постараются выполнить сегодня все дальнемагистральные перелеты, около 90% среднемагистральных и ближнемагистральных. Напомню, что причиной забастовки послужили трудности, которые испытывает авиатранспорт в Европе после почти 2 лет простоя, связанного с COVID-19, а также недовольство работающих в аэропорту условиями труда, в частности, зарплатой. Они призывают всех сотрудников аэропортов также присоединиться к забастовке.